Я считаю, что, и мы об этом говорили, в этом мире все может быть, и это есть. И это не сегодня, не вчера как бы возникло однополые браки, они были во времена Нерона и раньше. Просто об этом мы что-то узнаем из истории. При советской власти это не афишировалось, хотя это тоже было, но как бы страх был какой-то, это как-то обнародовать, и эта информация не выдавалась. Ну, сегодня мы живем в более-менее свободном обществе, когда это все на поверхности, и мы в курсе, слава богу, всех событий. Я считаю, что у каждого в этой жизни есть выбор. И если тебе это не нравится, или ты считаешь, что это плохо, не занимайся этим, но нельзя агрессивно с этим бороться, понимаете? Потому что во многих случаях это медицинский диагноз, это какие-то отклонения, как бывают отклонения в психике, бывают отклонения в здоровье. Это вещи такого порядка, на которые мы влиять не можем. Поэтому вообще поменьше агрессии, и мир будет прекрасен.